Я снимаю много видеороликов, концерты, другие вещи, которые вы видите. И у меня такая вот просьба. Знаете, чашку кофе бесплатно не выпьешь. Воды не налью там, да, в этих забегаловках. Не покушаешь так. А вы смотрите эти видео, они стоят мне много чего. Хотел бы, чтобы вы из-за благодарности, не потому что я тут вас прошу денег, просто если вы выразили свою благодарность каким-то минимальным суммой денег, вот на карточку можете, скиньте. Сможете пополнить мне счет телефона. Так что хотелось бы, чтобы это было участие не одного человека, а остальные критики такие вот довольные. Вот мы смотрим, смотрим хорошо, плохо и все. Чтобы вы могли поучаствовать, дать... Мне немного денег. А можно много. Немного это мало. А вот много денег, это было бы хорошо. Поэтому... Да, заказывайте видеосъемку ваших детей. Какие-то зарисовки, день рождения, вечеринки, утренники. Так. Вообще-то... Помогите, поддержите. И вот был фестиваль из Питкром Трезуба, то есть еще песни, которые я не выложил. Купите хоть одну песню, будет ваша реклама. Ну, одна песня стоит 200 гривен. Если вы ее выкупите на вашей рекламе, будет там 200 гривен. Минимальная песня. Это хит 250. Все.